Привет, друзья! Если вы думаете, что вам для написания битов нужны какие-то плагины, в этом видео я докажу вам обратное. Мы напишем бит исключительно из звуков моего синтезатора. И не будем медлить, подписывайтесь на канал и погнали к видео. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть. Так, мы имеем пианино, электропиано, орган, кучу разделов. Так, вот первое пианино. Вот так оно звучит. И давайте придумаем какую-то... Итак, будем отталкиваться от этих аккордов, только давайте их как-то поинтереснее обыграем. Так, давайте попробуем что-то записать. Все, такая вот будет партия пианино. Итак, теперь я пониже BPM и давайте опустим ее на несколько полутонов вниз. Все, готова очень классная подложка. Давайте выберем какой-то еще один инструмент. Давайте скажем духовые. Так, я хочу какую-нибудь флейту. О, не, обожаю эту флейту. Такая темная, мягкая. Давайте ее возьмем. Звучит просто нереально круто, особенно. Напоминаю, что это мелодия синтезатора, да? Теперь давайте добавим небольших акцентов. Итак, я нашел просто какой-то нереальный раздел. Он называется JM. JM, я не знаю, как расшифровывается. Но здесь везде, где есть название JM, просто нереально круто звучит. И особенно меня удивляет качество звуков. Glockenspiel. Берем. Так, добавили акцентов, теперь этот глагеншпиль я закину на другой канал микшера, и здесь я накину на него много ревера. И также давайте опустим его на октаву вниз. Давайте еще на октаву вниз, чтобы придать ему более темного звучания. Подсвел немного инструмент и накинул ревера, подправил эквалайзером. Все, теперь давайте добавим баса. Выберем здесь раздел бас. Вот такой гитарный бас, и давайте его пропишем. Ну и все, время для драмки. Расставлю клэп, также закину хай-хеты. Так, здесь, я думаю, подойдут более вот такие долгие хай-хеты. Сделаю второй хай-хет потише и вот так вот продублирую. Так, слишком тихо. Добавлю некоторых пробежек. Так, здесь вот так вот вниз пускай уходит. Далее здесь пробежку. Можно вот так velocity убавить. Все, вот сюда один хай-хет и продублируем. Добавим дополнительный снейр. Я думаю, вот это отлично зайдет. Так, попробуем его опустить. О, да.
Поставлю также вот сюда, это добавит некоторого баунса. И open head. Добавлю его просто в эти позиции, то есть в драмке я не буду делать какие-то суперсложные ритмы, потому что мелодия довольно кривая, а драмка должна именно определять вот этот кач. Ну и 808. Возьму вот этот. И давайте мелодию все-таки поднимем немножко. Вернем, как было, на Е минор. Выключаю канал записи нашего синтезатора, накидываю клипер на мастер и прибавляю бас. Все, теперь уже можно выравнивать ноты и расставлять их по базовым нотам аккордов. То есть я всегда делаю такой сначала набросочек и дальше уже расставляю. Так, давайте все-таки выровняем пианино. Так, все продублируем. И сделаем вот такую пробежку. На альту разбил эту ноту на две части. А здесь вот такая пробежка будет. Давайте на флейту накинем RC20. Давайте первый паттерн флейты сделаем на октаву вниз. А второй на октаву вверх будет играть. Добавляю кик, и давайте немножко изменим его паттерн. Также на пианино я накину изотоп Vinyl. И как вы видите, вот это плохое звучание синтезатором наоборот может сыграть нам в пользу вкупе с такими плагинами, как RC20, изотоп Vinyl. И вот это плюшевое, игрушечное, некачественное звучание можно сделать такой фишкой. И это может звучать просто нереально круто и стилево. Ну и все, далее можно продлить, то есть это у нас был припев, а это пусть будет куплет, и флейту на октаву вниз разместим вот здесь, без кика. Ну и тут дело остается за аранжировкой, можно добавить вот таких вот FX транзишенов вместе с вот таким вот. Вот эти звуки для драмки я взял из своего уже вышедшего драмкита Source, а 808 кик брал из своего будущего драмкита, который я выпущу на 10 тысяч подписчиков. И к слову, FX транзишены тоже из моего будущего драмкита.
все, то есть аранжировка готова. Ну да, я немного погорячился, когда сказал, что будем делать бит исключительно на синтезаторе. Ну просто раздел барабанов, который здесь есть, имеет... В общем, барабаны здесь реально плохо звучат, да и нет как бы подходящих звуков даже, чтобы их как-то вылизать. То есть вот один из разделов. Даже вот, казалось бы, хип-хоп барабаны. Вы, наверное, сами понимаете, да, то есть, что из таких звуков кочевые драмки не сделать. Но мелодии — это просто какой-то капец. Ну и вот такой ролик получился. Как вы видите, можно спокойно писать просто офигенные мелодии на вот таком синтезаторе. И вам не нужны никакие амнисферы, нексусы. Ну я шучу, конечно, но условно, если у вас закончились звуки в Purity, они вам все надоели, то вот это отличное решение. Тут есть и синтетические звуки, хайперпоп на нем делал, так и эмуляции живых, и причем, как вы видите, довольно качественные флейты, пианино. Ну как минимум, это очень хорошая вещь, чтобы попробовать. Это очень интересно, очень весело, и к тому же хороших результатов может добиться, повторюсь еще раз. Ну и все, друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на Инстаграм. Скоро там я сделаю анонс конкурса на коллабы. То есть каждый из вас может коллабнуть, и главное заработать на своей музыке, если ваши лупы и драмки хорошие. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Всем творческого вдохновения, удачи и пока-пока.